в особом представлении ни одна из этих единиц не нуждается, поскольку заслужили они себе достаточно такие громкие имена. Вашему вниманию предлагаются рабочие бритвы, будем так говорить, возможно, не имеющие налета роскоши и шика, однако это никоим образом не отражается на качествах рабочих. То есть это очень качественные инструменты для бритья по очень разумной цене. В данной тройке рассматриваем мы представителей трех классических школ. Справа налево Германия, Франция и Испания. Ну, по поводу Испании, конечно, вопросы, поскольку так до сих пор и неизвестно, кто их на самом деле делает, да это, в общем-то, особого значения не имеет в плоскости того, насколько качественная сталь и как она работает. Ну, начнем исключительно от малого к большему, поскольку цены на данные бритвы, они фиксированы. И я надеюсь, очень приятно всех вас порадует. Итак, Германия, Тукмар, наивысшее качество, Тукмар, серебряная сталь, Золинген, Вельтруф, Шульцмарке. Ух, язык собачий. 17 миллиметров ширина полотна. Вот такие, безусловно, привлекательные эстетические украшательства на верхнем ребре обуха. Очень красиво. Все бритвы я точил по классике, без изолент, без ничего. Итак, еще раз. Тукмар. Отличная универсальная бритва. В меру легкая, в меру тяжелая, круглый носик, полная выборка, качественная сталь. Более чем уверен, сталь английская. Далее. Жиль Фрер, 503 номер. 19 миллиметров. Все-таки обозвал бы я эту выборку как половинная, поскольку сам лепесточек, он достаточно такой твердый. Ничего я не стал отсюда стирать. Вероятно, это отсылка к прошлому владельцу или к прошлым владельцам. Или, ну, особо я не разбирался. У нас еще имеются здесь остатки травления на полотне. Вот они. РЗ-МЮ. Что бы это значило, опять же таки, пока загадка. Не буду ковыряться. Отличительные особенности данной мануфактуры есть не что иное, как очень-очень высокое качество стали. Контора старая, контора известная. Различные геометрические решения они предлагали, как от решений, приближающихся к клину в геометрическом строе, так и на полной выборке. Относительно полной выборки, когда-то я уже рассказывал о том, что какое-то очень далекое время назад поразило меня бритва именно этой мануфактуры, которая условно занесена мной в тройку самых мягких, самых комфортных бритв, которыми я когда бы то ни было брился. Это там была двухзаковная
бритва данной мануфактуры под номером то ли 402, то ли 420, склоняясь к второму варианту. Итак, Жиль Фрер. Опять же таки, исключительно субъективно, но более чем уверен, что сталь в данном случае кованая. Клинок крайне увесистый. Вот такой она приехала. Безусловно, вот по этой стороне видно, что регриндили ее. При всем при этом, здесь 20 мм ширины сейчас, в данный момент времени. Бритва заточена, была у меня возможность проверить ее в работе. Сталь по-прежнему классная. Может быть, не настолько сверхкомфортная за счет того, что, естественно, вот этот убран самый тонкий, как бы, участок лепестка. Но при всем при этом бреет очень хорошо. Как какая-то лотерея, удастся ли нам докопаться до нормального длинного волоска? О, поймали. И обратно точно так же. Вот такие 3 единицы. Для того, чтобы, с одной стороны, возможно, сэкономить какие-то деньги, но ни в коем случае не сэкономить на качестве инструмента. Цена фиксированная на каждую из этих бритв, вашему вниманию. Цена вопроса, опять же таки, на каждую $50. На этом все. Спасибо за внимание. Всем удачнейшего дня и до скорых встреч в эфире. Пока.